Так, ребятушки, ну вот, смотрим, осталось 12%, проработал один день 20 часов, сутки 20 часов, но при 12% он еще поработает часов 5. Итого, включено, значит, у меня, что было, включено у меня по поднятию руки, по касанию открывается там, так далее и тому подобное. Еще GPS включен. Ну и все, наверное. Все остальное в ручном режиме. Яркость больше половины. Где-то примерно. Ну, нормально, по сути, для этой батареечки. Понятно, следующий тест сделаю при всем включенном. А вот включу все автоматику, всю включу, короче. И посмотрим, сколько он на автомате, на полном наборе включения, так скажем, своих всех функций проработает. Ну а сейчас знаете, что двое суток проработать Galaxy Watch 6 Classic 47 мм может вот в таком режиме, о котором я вам сказал сейчас.